1 по 10 декабря «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан. Приемы ведут главы регионов, депутаты всех уровней, сенаторы. Первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею партии, открылось более 5000 площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек. Темы обращений самые разные. Реабилитация детей с инвалидностью, капремонт учреждений образования, газификация и многое другое. Все вопросы взяты на контроль.